Брестскую детскую школу изобразительных искусств имени Александра Алонцева окутали кружево весны. Именно так называется экспозиция, которую подготовили педагоги учреждения. Выставка традиционная, проходит ежегодно и всегда посвящена приходу весны. На этот раз на стенах 25 уникальных работ 14 опытных художников. Техники разные – масло и акварель, гуашь и графика, вытянанка. Я считаю, что ученики должны знать, что учителя тоже что-то умеют. Может быть, иногда мы даже с ними и в конкуренции, в такой, может, невыгодной для нас, потому что дети тоже есть очень талантливые, есть разные. Но, во-первых, каждый учитель должен работать для того, чтобы быть конкурентом ученику, чтобы ученики не зазнавались, а учителя тоже не опускали планку. Тематика, конечно, женская. Аккуратными мазками – нежные розы, цветущие подсолнухи, символы романтики – пионы. Весенняя экспозиция вмещает в себя целую серию рисунков, где в центре внимания – цветы, растения, птицы и люди. За каждым рисунком какая-то своя личная история. Аппликация «Все о белом» Жанны Стебновской, словно нежное белое кружево, украсила холст. Работа декоративная, с использованием разных остатков материалов, и вышивка дополняет, творчески мыслить. Это главное для художника, потому что когда копировать ученик может, это одно, а художник главное – это идея. Поэтому для нас главное – фантазия, идея и творчество. Увидеть выставку, не выходя из дома, сегодня это возможно. Культурные мероприятия просто меняют прописку и переходят в режим онлайн. Следите за нашим контентом, обогащайтесь творчеством дистанционно.